Добрый вечер, уважаемые журналисты. Начинаем конференцию главного тренера команды Вячеслав Семенов, тренер дачи Владимир Лютый, тренер Саксона. Пожалуйста, краткий комментарий по игре. Слово гостям, традиционно. Ну, если в двух словах, очень тяжелая, но тем не менее важная победа. Вот. После домашней осечки для нас было очень важно сегодняшняя победа. И, может быть, не было как такового футбола, но главное, мы задачу выполнили и 3 очка взяли. Поздравляю соперника с победой. И, скажем так, сегодня удача была не на нашей стороне. Мы знали, что удача очень сильный соперник. И сыграли, попробовали сыграть от обороны. И футболисты, мои игроки сегодня выполнили полностью то, что я их просил на поле. Было очень много борьбы, очень много верховых бой борьбы. Создали несколько моментов со стандартов, не забили. Это футбол, как говорится, ты не забиваешь, забивает тебе. В одном моменте тоже со стандарта пропустили. Где-то не расслабились, не досмотрели. Вот эта игра. Опять же таки, сейчас 3-4 новых человека. Будем наигрывать уже кардинально. И, к сожалению, мы не совсем укомплектованы были в период подготовки. Сейчас это все выровнялось. И хорошо, есть пару недель до следующей игры. Зимбру мы уже будем более сыграны. Пожалуйста, если кто-то хочет задать вопрос. Господин Семенов, за один гол с ЦСКА Тирасполь вы так и закончили матч 3 защитника. Сегодня в перерыве выпустили дополнительного центрального ворожку. Это как, скажем, изучение собственных ошибок? Да, да. Мы сделали выводы правильные. Можете объяснить, пожалуйста, ситуацию с Олегом? Олег Михайлович покинул команду по обоюдному согласию. Не сложилось у него в команде. Хороший специалист. Может, что именно не сложилось? Он же провел только одну игру официально. Ну, я вдаваться в подробности не буду, но эта ситуация уже давно назревала. Каждый раз после того, как уходит тренер, под вашим руководством команда добивается успеха. Не думали уже избавиться от приставки его? Я об этом не думаю. Сегодня отсутствовал Артем Гайдукевич, он не был даже в заявке. Это связано с тем, что он справил как-то плохо и в Ростерасполе. Это дело в том, что Гайдукевич простыл. Поэтому его сегодня не было. Я думаю, и хотелось бы, конечно, чтобы еще пару позиций мы взяли молдавских ребят. В остальном у нас уже укомплектовано, у нас есть еще несколько молодых, очень интересных игроков из Африки. И конкуренция только от этого увеличится, и команда от этого выиграет. Судя по характеру игры, после поражения крупного Тирасполя команда пришла в себя и, в общем-то, стала показывать достойный футбол. Согласны ли с таким определением? Я согласен, что мы сегодня навязали очень хорошую борьбу дачи. Ну, создали моменты, не забили, опять это везение. Сегодня нам не повезло, даче повезло больше. Все. То есть ребята, еще есть время у них сыграться. Будем готовиться к следующей игре и уже концентрироваться на следующем матче. Условия подготовки к Чикагонге вас полностью удовлетворяют. Команда получает все необходимое. Здесь великолепная у нас, скажем так, наша база, и все новое, все современное, отличное питание у ребят. Работаем здесь на поле, то есть пока у нас одно, ну как бы в планах есть еще естественный газон здесь построить. Поэтому на данный момент есть возможность 2 раза в неделю работать, 2 раза в день работать здесь, что мы и делаем. Я думаю, мы будем только прибавлять. Все, спасибо.
Все команды будут переходить на натуральный забой, и вы будете тренироваться. Я думаю, мы будем здесь продолжать тренироваться и, в общем-то, одну игру, скажем, две недели сыграть на натуральном газоне не должно возникнуть на больших проблем. Спасибо большое. Спасибо вам. Еще раз. Спасибо.